Всем добрый день, на связи Олег Пименов. В данном видео я детально покажу вам, как у меня получается зарабатывать каждый день сумму в 21 тысячу рублей на полном автомате. Эта сумма усредненная. Обычно она составляет сумму от 21 до 22 тысяч рублей, то есть 900 рублей каждый час на протяжении суток. Чтобы зарабатывать такие деньги, я пользуюсь всего одним сервисом. Он сейчас находится у вас перед глазами. Давайте войдем в мой аккаунт, и я наглядно покажу вам, как именно происходит заработок. Если у вас аккаунта нету, вы первый раз находитесь на этом сайте, вам необходимо его завести, нажав на кнопку «Зарегистрироваться сейчас». Дальше вы вписываете свою почту и пароль. Регистрация на данном сайте очень и очень простая. У меня же есть уже аккаунт, поэтому я просто выполню вход в систему. Нажимаю кнопку «Войти». Итак, вот таким образом выглядит аккаунт в данном сервисе, в данном сайте. Все здесь очень интуитивно понятно. Очень просто. И что я хочу сказать, что данный сайт, он специально предназначен для того, чтобы новички смогли зарабатывать свои первые деньги, не обладая особыми знаниями техническими или знаниями другого рода, и также чтобы смогли зарабатывать, не обладая определенным опытом. Как вы видите, здесь у меня находятся настройки аккаунта. В них вы прописываете свои платежные данные, все необходимые реквизиты. Мой ID в системе 3398. И также вы сможете скачать инструкцию, детально изучить все возможности данного сайта и понять, как работать с этим сервисом. На мой баланс каждые 50-60 секунд поступает 15 рублей. Итого в час выходит сумма в 900 рублей. И их я успешно вывожу на удобный для меня метод вывода средств на удобную платежную систему. В данном случае это система WebMoney. Я прописал в настройках свой кошелек. Номер моего кошелька. Вот и он. И моментально могу выводить средства с личного кабинета данного сайта. На данный момент у меня 1380 рублей. Давайте я наглядно покажу вам, насколько быстро выходят деньги с данного сервиса и поступают на мой счет. Сейчас дождемся еще одного пополнения. И давайте выведем средства 1395 рублей. Отлично, заявка на выплату принята. Вы успешно заказали выплату средств на указанные в настройках реквизиты. Если укажете WebMoney, средства поступят вам на WebMoney. Если это будут Яндекс.Деньги, то средства поступят на Яндекс. Здесь все просто. Средства с вашего баланса будут переведены на ваш счет в течение 60 секунд. Итак, давайте закроем данное окно. Как видите, баланс обновился, средства уже выведены с этого сайта и вскоре поступят на мой кошелек. Система автоматически продолжает свою работу и продолжает дальше зарабатывать деньги по 15 рублей каждые 50-60 секунд. Я в это время не провожу никаких манипуляций, никаких активных действий. У меня просто система включена и автоматически зарабатывает деньги. Более того, скажу, что для того, чтобы получать 15 рублей каждую минуту, не нужно держать сайт открытым, не нужно находиться в аккаунте, даже не обязательно включать компьютер. То есть это никак не зависит от этих факторов. Также вы можете выходить в данный сервис со своего планшета или смартфона. То есть можете заходить в аккаунт и проверять свой баланс. Также выводить оттуда деньги. То есть не важно, какое именно у вас устройство. Вы можете заходить на данный сайт с любого устройства, повторюсь. Так как система и данный сервис работает абсолютно автономно. Давайте с вами заглянем
в мой кошелек WebMoney. Я обычно вывожу свои деньги туда, мне так удобнее. Оттуда уже средства очень легко вывести на банковскую карту. Итак, вот данный мой аккаунт. Как вы можете видеть, каждый день я стабильно получаю сумму в 21 тысячу с небольшим. То есть 21 тысяча стабильно и плюс небольшой хвостик 500, 900, 400 рублей. То есть это когда как. Но среднее значение всегда будет в пределах 22 тысяч рублей. То есть вы всегда поймете, что средства вышли с этого сервиса, потому что он имеет один в МИД кошельков в WebMoney. То есть видно, что средства поступают именно с одного сайта. И также будет примечание выплата и ваш ник. У меня в данном случае написано выплата Пименов. И я понимаю, что средства поступили с данного сайта. И все идет как надо. Здесь вы можете видеть, что деньги действительно поступают каждый день. Вот 17 апреля, 16, 15, 14 апреля система стабильна и работает как единый слаженный механизм. Сейчас на моем счете находится сумма в 536 973 рубля. Эти деньги были заработаны с данного сайта. Естественно, это не все деньги, так как я уже сказал, я вывожу деньги с WebMoney на свою банковскую карточку. Это остаток, который у меня здесь остался. Что ж, давайте обновим нашу страницу и посмотрим, поступили ли деньги на наш баланс. Итак, как видите, мне только что поступила сумма в 1395 рублей. Это выплата, опять же, с этого сайта с тем же самым примечанием. Как видите, деньги выводятся даже без комиссии. То есть все, что вы заработаете, будет ваше. Опять же, то есть здесь видно, что было пополнение, одна платежная переходная операция, и сумма на счету составляет 538 368 рублей. Все работает как часы, и деньги в течение минуты поступают к вам на счет. Ну что ж, я хочу вам сказать, что количество аккаунтов, которые вы сможете активировать, оно ограниченное, так как этот сайт является самым простым способом заработка денег в сети. И понятное дело, что доступ к данным аккаунтам, он сугубо ограниченный только для тех, кто реально хочет зарабатывать деньги, и для тех, кто успевает обычно быстрее других. Ну, в общем, как и в жизни, сами понимаете. Итак, если вы хотите так же, как и я, зарабатывать по 900 рублей каждый час, каждый день, то не советую вам, конечно, затягивать. Если еще остались неактивные аккаунты, которые вы можете активировать, нажимайте на кнопку «Активировать аккаунт» и, наконец-то, начинайте зарабатывать деньги надежно и стабильно. Всего вам доброго, до свидания.